познакомились с матерью покойной около года назад. Она написала, что хочет найти няню для своего ребенка в Дагестане. 9 мая она привезла ребенка к нам. Изначально ребенок был послушный, слушался. К концу лета ребенок перестал слушаться, выводил, да, из себя. Если наносила какие-то удары, как бы рукой, где-то она могла упасть, об что-то удариться. Когда это все случилось, 2 декабря, мы проснулись, я пошла в ванную, чтобы привести себя в порядок. В ванной была около 10 минут. Когда вернулась в комнату, ребенка в комнате я не обнаружила.